Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. А что можно улучшить? Что этот вопрос дает клиенту и коучу? Давайте рассмотрим клиента. Клиент после этого вопроса может поисследовать то, что, собственно, можно улучшить либо в ситуации, либо в конкретном действии, либо, может быть, применением какой-то бизнес-истории, либо просто к состоянию, либо к энергии, может быть, либо еще какие-то внутренние истории клиента, которые могут помочь починить, улучшить состояние, ситуацию. И здесь этот вопрос можно задать как в текущей ситуации, как точку старта поиска некого плана, так и можно после того, как клиент уже накидает какой-то план действий по шагам, можно его попросить еще раз провести ревизию этого плана и подумать, а что, собственно, можно еще в этом плане улучшить с точки зрения реализации, может быть, какие-то вещи добавить, какие-то моменты, чтобы более глубоко, может быть, более точно приблизиться к той цели, которую перед собой клиент ставит. Это конкретно для клиента. Для коуча это возможность предложить клиенту подумать в сторону плюсового состояния, плюсовых действий, в сторону изменения, может быть, даже трансформации, в сторону некого плюса, что улучшить, да? То есть улучшение – это некая история, связанная с тем, что будет делать что-то для клиента лучше. То есть когда клиент будет думать об этом и реализовывать, либо получать вот эти вот моменты, то ему в его понимании, мировоззрении будет становиться лучше. Коллеги, я еще раз повторю этот вопрос. А что можно улучшить? Всем добра. Пока-пока.